Дом моды «Ласка» устроил акцию для своих клиентов. Помимо поощрительных призов для большинства участников, был разыгран главный приз – норковая шуба. Подробнее с мероприятия наш корреспондент. Не оставить без подарка ни одного посетителя. Главный девиз – дома моды «Ласка». Обладателями меховых презентов стали почти все участники акции. Но главным призом уже традиционного розыгрыша от модного дома «Ласка», конечно же, стала шуба. Счастливый выигрышный купон достался жительнице Энгельса Марине Сергачевой. Говорит, победа в розыгрыше для нее стала полной неожиданностью. Я испытала шок. Я сначала не поверила, что 611 – это мой билет. Я хотела уже уходить. Думаю, ну все, сейчас пойду. Мне нравится все. И покрой, и цвет, и все. И то, что я выиграла. Я очень счастлива и довольна. Дом моды «Ласка» уже более 20 лет изготавливает шубы и шапки из натурального меха, выращенного на собственной звероферме. Гарантия на любое изделие – 2 года. По словам организаторов, стать участником акции от модного дома «Ласка» довольно просто. Стало уже доброй традицией. Вот такой предновогодний подарок мы делаем жителям Энгельса и Саратова. Участникам стать очень просто. Надо воспользоваться услугами либо нашей химчистки, либо кафе, либо услугами магазина. И получить заветный купончик. Сейчас предновогодние скидки, у нас огромная распродажа, скидки на весь товар до 40%. Так что ждем, дарим подарков очень много. Подобные розыгрыши в декабре пройдут еще в нескольких магазинах Саратова и Энгельса. Дом моды «Ласка» – это неповторимый стиль и приятное соотношение цены и качества. Александр Филин, Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.